Россия нанесла ракетный удар по крупному военному аэродрому Старый Константинов, где могли базироваться западные истребители, сообщает The New York Times. Всего за день до удара министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что первые голландские F-16 прибыли в Украину. В понедельник утром российская ракетная атака поразила крупный военный аэродром, заявили официальные лица Украины. Украинские ВВС сообщили, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила окрестности авиабазы Старых Константинов в Западной Украине. По данным ВСУ, в сентябре Россия ежедневно запускала беспилотники и ракеты по городам и поселкам Украины. И этот график атак продолжился в октябре. Украина не раскрыла масштабов ущерба базе, которая регулярно подвергалась атакам с начала войны. Министерство обороны России заявило о поражении инфраструктуры двух военных аэродромов Украины, не уточнив при этом их местонахождение. Ранее Кремль предположил, что в Старой Константинове будут размещены поставленные западом истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что за последнюю неделю Россия запустила около 20 ракет и почти 400 беспилотников. Ежедневные удары целыми волами беспилотников дают России два основных преимущества. Во-первых, это вынуждает Украину расходовать ценные ракеты для их перехвата. Во-вторых, сбивая беспилотники, Киев раскрывает местоположение своих ПВО и тем самым облегчает Москве планирование будущих атак. Многие в Украине полагают, что Россия начнет масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре страны перед зимой, чтобы погрузить страну во мрак с наступлением холодов. Украина рассчитывает укрепить свое ПВО при помощи F-16, которые смогут сбивать ракеты на подлете. В начале августа украинские власти объявили о прибытии первой партии самолетов, и в минувшем месяце они уже использовались минимум один раз для перехвата российских ракет и беспилотников. Таким образом, F-16 сделались приоритетной целью для России. Летом, в преддверии прибытия западных истребителей, Москва усилила упредительные бомбардировки аэродромов и их базирования. Так, всего за день до удара по аэродрому Старых Константинов, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил, что первые голландские F-16 уже прибыли в страну.